спасти референдум. Власти Каталонии просят Евросоюз заставить испанское правительство разрешить голосование. Обращаются ко всем институциям ЕС, как к носителям демократических ценностей, с просьбой защитить гражданские права в Испании. Скандальный референдум в Каталонии запланировали на это воскресенье. В последние дни в регионе не утихают акции протеста с призывом разрешить референдум, в то время как Мадрид делает все возможное, чтобы не допустить волеизъявления. Больше о ситуации непосредственно с места событий вы сможете узнать завтра в выпуске «Подробности недели».